Для того, чтобы привлечь наше внимание, одиночная нота. Чтобы заинтересовать вас еще больше, вторая одиночная нота. Отлично. Теперь нам нужен глубокомысленный вопрос, ну или какое-то утверждение. Ты никогда не задумывался, почему дети из года в год летом приезжают именно Владимировна? Супер! Теперь нужен ответ на только что поставленный вопрос. Потому что среди нас они. По всем законам Голливуда в этом месте должен прозвучать кавер на всем известную песню. Увеличением громкости музыки. Хорошо, теперь кто-то должен молить о пощаде. Кто-нибудь должен остановить это. И этот кто-нибудь ты. Максимум напряжения. Еще громче музыку. Гениально. Осталось только сообщить зрителю, что, где и когда. Вернадский концерт. Лови, ладно. Третья смена 2018. Они. Мы хотим, чтобы вы нас...
Четыре утра в голове зазвучат одни лишь слова.
волна всегда рядом. В переводе с английского означает «drag me down». Итак, встречаем Ульяна Максимовна с песней. Бурные-бурные аплодисменты! Fire for my heart, I'm not scared of the dark. You make me see the light so easy. Got a little bit of my soul, and baby you know, baby you're my only reason. Yeah, you never be nothing left. You share my mind, but you'll never be switched. Your body in heaven right now, see the sun. Чего? И по натуре, ну, типичная сильничка.
Прошел год. Как вечер.
Вот, Батя все запишет. Вот там надо было. I hope it's... Гироскутер. Утенку, лагерь вам нам. Нет, X, как пишется? Батя, уйди отсюда. Батя как мизер. Вот, дочери мои, вот тот, кто все запомнит. Что там надо было? Да, чудище морское, что случилось? Сидит в клумбе, цветы дерет и рядом с собой бросает. О, это матушке. А с ним еще что-то было? Путевка в лагерь волну. Это для меня. Вторая путевка в лагерь волну. Это тоже для меня. Третья путевка в лагерь волну. И это тоже для меня. Айфон рядом был? Айфон захотел. Волну поедешь. Хоть батя от вас отдохнет. Выручила. Ты только это забрать не забудь. А, да, точно. Нет, так это очень тихо. Давайте. Как вы думаете, лишь у меня мы соблюдаем? А кто не соблюдает? Но несмотря ни на что, режим дня – это самое важное в оздоровительном лагере «Волна». И даже самая известная певица не сможет помешать этому. И сейчас вы в этом сами и убедитесь.
огромная честь проводить головой огонек и поздравить вас с закрытием третьей оздоровительной смены в лагере. И начнет наш концерт величайшая женщина российской эстрады – Лолита Милявская! Не надо паники, это мой последний день. Глаза закроешь и замрешь. Встречайте, неподражаемая Ани Лорен. Самые лучшие дни. Это вам сейчас расскажет Григорий Лепс. Надоела на Багамах, прилетела в Москву, у Москве не сподобалась, заглянула в волну. Встречайте, на сцене восхитительная Лобода. Thank you.
неповторимым. Стас Михайлов! Много лет назад. Легендарный Сергей Жуков! Встречайте! Привет!
Ольга на своем выходном перенесла Хабаровские эстрады и привезла нам оттуда национальный восточный танец. Я не понял.
заговор. Полезная информация. Возвращаюсь в себя, а не ясные дни. Оставляю.
под волшебное пение ваших педагогов. Они вам поют «Колыханка» надо. Поднимите руку, кому не поют. Мы сделаем вам замечание. Ого! Ого! Не, ну вам так вам сказку читают. А вы сидите, да, никому читают сказки. Кому читают сказки? Какую вы сказку любите на ночь? Хорошее окончание. Все хорошо, понятно. За 18 дней вы, наверное, уже привыкли засыпать под волшебное пение ваших педагогов. Ведь не только третьему отряду воспитателей поют колыбельные. Правда же? Да. И сейчас мы покажем вам, как это делают педагоги третьего и четвертого отряда.